может быть, я скажу какие-то неправильные вещи, но считаю, что, наверное, правильно пришла пандемия к нам в Россию, потому что у нас очень много сейчас потеряно ценностей семейных. И вот изоляция семьи, она поможет очень многим семьям понять, кто такие дети, как они вообще, чем они увлекаются, чем они занимаются, потому что у нас сейчас очень большая оторванность родителей от детей. И, возможно, третьей рекомендацией будет, наверное, это сохранение семейных ценностей, то есть, предположим, посмотреть альбом с фотографиями, рассказать о своих бабушках, прабабушках и прадедушках. Дальше рассказать о том, какие эмоции были при рождении ребенка своим детям. Потому что очень многие дети, учитывая те консультации, которые я проведу, не знают, желанны ли они были родителям, любят ли их действительно родители. И очень часто у таких детей возникают эмоциональные срывы, что они думают, что если родители их ругают, значит, они их не любят. Чем больше ты говоришь с ребенком, тем больше ты обсуждаешь ситуацию сложившуюся, тем лучше для этого ребенка, потому что обсуждение детей вместе с родителями, то есть такой некий семейный совет, семейный круг поможет прожить эту ситуацию, прожить ситуацию паники, тревоги. И, ну, это вот, я считаю, что очень важное.